Дорогие друзья, приветствую вас, и вы на канале «Я хочу все знать». Сегодня я хочу вам рассказать о 13 домашних растениях, приносящих удачу и позитив в дом. Ведь надо все попробовать, если мы хотим быть счастливыми. Желаю всем приятного просмотра. И первое растение – это денежное дерево. Я думаю, многие слышали о нем. Это растение известно своей символикой в азиатской культуре и, как говорят, приносит удачу, финансовый успех и процветание. Также предполагается, что оно приносит дом положительную энергию или ци, фэншуй. Второе – нефритовое растение. Этот жизнерадостный суккулент всегда приятно иметь под рукой и его легко содержать в доме. Благодаря своим маленьким листьям в форме монеты он ассоциируется с деньгами и удачей. Орхидея. Орхидеи известны тем, что их сложнее выращивать, чем некоторые другие комнатные растения, заставляют вас трудиться ради их одобрения. И говорят, что услуга возвращается удачей в будущем. Эвкалипт. Молодая листва эвкалипта в форме серебряной монеты дала ему общее название «серебряное долларовое дерево» – знак грядущей удачи. Кроме того, лечебные свойства эвкалипта позволяют повесить его на насадку для душа с пользой для здоровья. На пятом месте цитрусовые деревья. Давно известно, что цитрусовые деревья являются показателем плодовитости, в зависимости от того, сколько плодов приносит ваше дерево каждый год. Говорят, что чем больше фруктов на дереве, тем больше вам повезет. Священный базилик. Часто используемый в аюрведической медицине, корень базилика известен тем, что помогает очистить себя и свое окружение, а также отгоняет негативную энергию. Еще лучше, если вы можете держать небольшое растение по всему дому, а также использовать его для приготовления пищи. На седьмом месте лаванда. Неудивительно, что это успокаивающее лечебное растение, безусловно, может сделать жизнь лучше. Ясный, расслабленный ум – ключ к достижению успеха. На восьмом месте змеиное растение. Популярное комнатное растение – змеиное растение, также называют мечом святого Георгия, языком тещи и коноплей для тетивы – гадюки. Втайне является талисманом на удачу, поскольку оно поглощает ядовитые газы из воздуха и выводит токсины. На девятом месте пионы. Эти потрясающие цветы символизируют множество разных вещей, включая сострадание, романтику, богатство и удачу. Выбирайте ярко-розовые или красные пионы, чтобы привлечь дополнительную плодотворную удачу. На десятом месте белый клевер. Белый клевер часто рассматривается как пожелание удачи и огромной энергии. Таким образом, его можно использовать в доме или даже в качестве подарка. На 11 месте эхинацея. Будь то на прилавке в букете или посаженная во дворе, эхинацея поможет вам чувствовать себя хорошо в отношении собственного будущего и ваших начинаний, поскольку цветок символизирует силу и здоровье. На 12-м каучуковое растение. Широкие, глянцевые, темно-зеленые листья этого комнатного растения округлые и имеют форму монеты, что, как говорят, символизирует изобилие, счастье и богатство. И на 13-м месте мальва. Вычурный внешний вид этих красивых цветущих растений может вести вас в заблуждение, но мальва на самом деле означает амбиции, которые могут привести вас к успеху во многих отношениях. Дорогие друзья, всех благодарю за просмотр. Вы были на канале «Я хочу все знать». Надеюсь, вам понравилось и будет полезно. Пожалуйста, не забывайте ставить лайки, подписываться и оставлять комментарии. До скорых встреч!
Пока-пока.